Так, давайте строить. Я вот взял кубик. Его subdivision сделал и растянул. И вот теперь я хочу сделать пряненько. Хочу. Половинчик, мир уж хочу сделать. На этом останавливаемся пока, смотрим, что получилось. Да, вот то, что нужно. Так. Далее. Надо сделать здесь вот Ctrl-R и сказать, что SY0 вот так выровнять. Дальше возьмем с вами вот этот, нет, крылья сделаем, вот этот. Ну, вот здесь еще одно сделаем, Ctrl-R-чик, так вот, чтобы крыло пошире было. Давайте возьмем, раз, нет, вот это раз, два, три, и тянем, и... Выравниваем G по Y. Далее здесь скажем, что здесь поднимем сначала наверх G. Вот так. Так. Это S0 есть. Далее сужаем. Так. И S по заду плющим. Так вот. Так. Здесь скажем Ctrl-R. Сюда, на всякий случай, поставим теперь здесь. Так. Этот, наверное. Тянем. G. Нет, это E, скорее всего. Так, E. E и выравниваем. По игреку. Так. И этот, скажем, SX0. Вот так. Далее. Вот это ребро отодвинем. Немножко отодвинем назад. G. Так. Так. И вот эту точку. Вот эту вот. Вниз. Так. И это тоже. Ну и это. Есть. Теперь здесь Ctrl-R. Вот так. И поднимем вот это вот. Вот это и вот это. Поднимаем наверх. G.
Ой, это. Это немножко не то. Вот. Так, может быть, еще это зацепить, чтобы было симпатичнее. И вот это. Вот так. Да что такое? Так, 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 так. И Е, З, пошли. Еще маленько. Так вот. Так, хорошо. Теперь этот. Нам надо клиппинг сделать. Теперь вот этот, это ребро, вот это вот. Вот это ребрышко. Нам надо Ctrl-B сделать. Вот так вот. Так. А это сюда приблизить. Где? Можем вообще отказаться от нее. Ну да ладно. G по Y. Так. Секунду. Вот это тоже по Y. G. Хвост, но желательно его подвинуть все-таки вот сюда. Так будет красиво и радостно. Здесь вот этот тоже Ctrl-B, скажем, закруглим. Готово. Так, здесь мне не нравится кое-чего. Вот это и это выглядит ужасно. Поэтому S, Z, 0. Все, она выровнялась. Прекрасно. И еще и вниз. Так она заострилась. Хорошо. Мало того, здесь. Вот это вот. Ctrl. Закруглим. Так. Я думаю, что вот эти тоже надо круглить. Ctrl. Вот так. Так, дальше. Что мы делаем дальше? Дальше мы должны с вами это Ctrl-R и сказать S, Y, 0. Вот. Остатки убрать. Да и все. Это. Вот. Все это надо убрать.
убрали. Фейс убрали, отлично. Ха. Ну, в принципе, пропорционально все правильно. Теперь увеличим это. Смотрим сбоку. Вот так. И начинаем тянуть. G. Вот так, по Y. И уменьшаем ее немножечко. Вот так. Так, это тоже мы скажем теперь. S, Y, 0. Вот. И передвигаем. Сюда. И чуть-чуть меньше. Получили вот такую красивую штуку. Так, замечательно. То, что нужно было. Далее должны это все выбрать. Вот это нет. Это. И сказать F. Так, F сказали. Теперь здесь. И. Б. Так вот. И удалили. Сюда Е. Все. Дальше вот этот мы должны увеличить. Вот так сделать. Заодно здесь сразу же. Ну-ка, подождите. Может быть, чуть больше. Так вот. Красивше будет. Здесь сразу же Ctrl-R. Здесь Ctrl-R. Чудесно. Так, здесь надо кабину делать сейчас. Так. И если мы сейчас скажем И, вот так, да, и потащим ее вниз, то все будет правильно. Вот так. Потащили вниз, отлично. Далее выбираем вот это. И вот это. И говорим. Е. Вот так, ребро. Вот у нас ребро. Хорошо. Теперь проверим, как она будет выглядеть при сабдивайзах. Давайте смотреть. Чтобы не было никаких у нас неожиданностей, да, то мы сейчас пойдем сюда, Modifier, Subdivision, Subdivision вверх, Subdivision наверх, нет, да, сюда тогда, так. Ну так, в принципе, нормально все вроде бы как. Ctrl-R. Здесь немножко увеличиваем. Так, здесь Ctrl-R. Делаем Ctrl-R. Сюда. Так. Ну и здесь Ctrl-R сюда подставить немножко.
все остальное нормально. Так, всегда можем сказать не одна, а две. Две. Такой отличный самолетик будет у нас. Так, далее. Нам нужны лапы. У нас будет лапотник. И... И S по Y. Так вот. Пошли. E. Ctrl R. Так. Дальше. Поворачиваем R. Так вот. Вниз E. Слишком лапти здорово. S. По X. Так вот, здорово. Так, вот этот, правда, надо еще уменьшить S. Вот так. Вот. Все другое дело. Этот немножко поставим сюда, G. Здесь расширим по X тоже S, X, вот так, чтобы туда, не надо сильно много S, назад, чтобы туда можно было вставить колесо. Сейчас мы его сделаем и, так вот, и E. Нездоровенные ли лапти? Давайте чуть уменьшим. Уменьшим, говорю, а сам тянет. Длинноваты. Для самолета длинноваты. Так, давайте выделим. И вот этот уберем. Ну, никак не хочет. Все выбрался. Давайте чуть-чуть наверх G. Раз это вот так. И немножко и вперед. Вот так. Вот так спортивно. Далее должно вот здесь с вами Ctrl-R сделать. И здесь Ctrl-R.
И далее потянуть вот этот. Это потянуть, мне кажется, должно быть ниже. Контрольчик. Здесь. Второй здесь. Контрольчик. Вот так будет правильнее. Теперь туда. И тянем. Только не сжигая. Вот теперь оправдано все. Единственное, что вот тут какая-то перекоса. Что-то тут перекосило. Если мы пойдем потащим сейчас, да? В чем дело? Кто-то может мне объяснить, в чем тут дело? Так, это обидно. Шура почти готовая была. Что тут не так? Вот тут что-то не то. Видите? Тут сошлось аж три. Это не должно быть. Этого не должно было быть. Нарушилось все сразу. Я не заметил. Так, теперь надо подумать, как это исправить. Если я просто удалю. Получится такая вот дыра. Это не годится. Так. Как же тебе с тобой поступить? Во-первых, вот эти надо выдвинуть. Вот так. Это однозначно так. Потом Subdivision. Получилось? Что-то получилось, но не то. Так, как с тобой разобраться, а? Ну-ка. Не должно быть, по идее. Да что ж такое-то? Ф. Еще раз. Если это убрать, фейс убрали. Так, этих стало меньше. Тоже хорошо. Так, ну а как здесь? Это загадка, хоть по новой делай. Ладно, я подумаю, на этом и закончим.